Наноугорское кладбище Веры Артемьева ходит регулярно. В местной земле лежит много родных. Увидев съемочную группу, жалуется. Мусорные машины видела здесь очень давно. Один раз было, один раз, уже не помню. Когда-то вот там вот была мусорная, здесь как-то меньше было. Если было, то меньше. А вот там я видела один раз, типа самосвала подбирали. Горы мусора на кладбище, к сожалению, не редкость. Видно, что его не убирали очень давно, возможно, несколько месяцев. Размер свалки просто впечатляет. Высоту она уже выше человеческого роста. Здесь спиленные деревья, пни, искусственные цветы, венки, выброшенные памятники и плитка. Мусора здесь столько, что близлежащие могилы оказались завалены. Некоторые посетители и вовсе не могут попасть на могилы родственников. Приходится своими силами расчищать нужные тропинки. Подошли вчера, мы не могли пройти к могиле. И мы руками вначале разгребали. Потом дочь из машины принесла маленькие грабельки. Раздвигали это все для того, чтобы подойти к могиле. К могиле моего дедушки. Возмущение у орловчан вызывает и отсутствие мусорных контейнеров. И вообще контейнеры должны быть. Почему они вот так вот мешками и сложнее? Контейнер был бы, пускай бы приехали и забрали. Правильно? Беспорядочная гора мусора здесь образовалась не из-за отсутствия контейнера. Он здесь есть. Вот он. Просто мусор так давно не вывозили, что он полностью завален. В управлении коммунальным хозяйством Орла признались, мусор действительно не убирается в течение нескольких месяцев. Всему виной безрезультатные торги. В сентябре организацию для обслуживания кладбищ найти все же удалось, но свою работу ИП Стерликова начала только с 12 октября. Ну, только приступили, да, фактически только приступили. Вот уже, ну, частично, я говорю, ситуация такая, что много мусора скопилось на кладбище. Ну, 2 месяца не убирались, конечно. Поэтому частично вот убрали Лужковское, частично убрали Афанасьевское кладбище, Троицкое, вот повторно сегодня заехали. Сегодня еще планируем во второй половине дня сейчас Крестическое кладбище убрать. А с завтрашнего дня, значит, завтра и вторник у нас запланировано мероприятие по уборке Новогорского кладбища, первой и второй очереди. Как бы обещал ведущий специалист УКХ, отходы уберут уже 16 октября. Первый областной это обязательно проверит. Карина Лаврушина, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».